Да, 5:30, а значит, мы продолжаем, и с нами вам будет Фанова, это вот Саня тут переводит меня, стою рядом, я Лавика, и давай, что там у нас? Хелли Берри была названа на честь универмагу. 3000 евро за селфи, а також Вікторина, подарунки, Лавика, поцілунки. Оу, є! Я пропоную дослідити сьогодні Холлі Беррі. Зараз ця красуня знову, можна сказати, у топ сторінках усіх новин. Тому що вона знімається у нових серіалах, у нових кінофільмах, а все починалося з того, як не дивно, вона просто народилася. Все верно. У девочки с самого детства были, конечно же, проблемы с ее восприятием, поскольку у нее есть афроамериканские корни. Росла она среди ребят, которые были иного цвета кожи. Конечно же, девушке приходилось смириться с тем, что она всегда была черной, белой вороной среди как бы всех остальных. И именно поэтому ей стимулировал тот момент, что она изначально не верила в себя, в свою красоту. Если сказать про батька, то он был темношкирый, если брать дружина, тобто мати, то вона була світленькою. Дівчинка міняла з дитинства множество школ. Постійно приходилось уходити, тому що не складувалися відносини. Вот, но это невероятно закалило ее, потому что в выпускном уже классе она сможет добиться популярности. Причем и... она выступала на конкурсе красы, да. Где едина афроамериканка, едина темношкира девушка взяла и забрала все награды головные. И стала красуною этого места и красуною этого колледжа. 1986 год, она едет уже на конкурс Мисс Мира и, собственно, становится первой афроамериканкой из США на самом конкурсе. Так, тем часом уже подхопили ее у Голливуде, побачили, что девушка красива, талановита, при этом еще и с мозгом. И кажуть, давай будешь сниматься у сериале, не помню его назву, але ж таки він провалився. Але вона не здалася, вона вирішила, що буде йти далі, і якраз стає дівчиною Бонда. До этого также еще ей пришлось столкнуться с такой проблемой, как состояние здоровья, потому что прямо на съемочной площадке Хейли падает в обморок, и в больнице ей ставят диагноз сахарного диабета первого типа. Но даже это не останавливает красотку, и уже в 2003 году Хейли признана самой сексуальной женщиной планеты, и даже у нее есть собственная звезда на Аллее Славы 2007 года. Ну а еще саме у липні місяці цього року вона почала зйомки, точніше продовжує зйомку у фільмі «Екстент», і там вона буде в ролі астронавта, яка потрапила якраз на орбіту Землі, а потім повертається на Землю. Також вона була у соло-версії, тобто вона була в одиночній місії, і повертається на Землю вагітною. Yes. Я хочу быть уверенной, Саня, в том, что никто меня не оштрафует за селфи, и не будет никаких норм и порядков, которые могли бы меня, не знаю, заставить этого не делать. Я сейчас додам два слова, и буду зрозуміло, где можно штрафувати людину за селфи. Ола, порфагор! Так, это произошло в Испании. В Испании оштрафовали ребят, которые сделали селфи на фоне бегущих быков, и им пришлось заплатить целых 3000 евро за подобный штраф. І це відбувалося під час фестивалю «Осен Фермін» у Памплоні. Ось, і якраз це небезпечна справа фотографувати, коли там навколо тебе бігаються бики, і, здається, дійсно вони порушували її правила безпеки, і взагалі порушували правила цього фестивалю. Вот так. Друзі, настав час винагородити вас за уважність. Отже, заходьте на Nescafe SweInOne M1.TV, обирайте правильну відповідь і отримайте чашку та запас кави від Nescafe 3 в 1. Я пропоную якраз озвучити ті питання, які вже назбиралися під час цієї програми. Лавіка, давай, зберися! Хто першим зробив шаг на Луні? І так, питання, відповіді. Незнайка! Ілі Юрій Гагарін, перший варіант. Ніл Армстронг, другий варіант. Ілі третий вариант – Хью Джекман. Если ты думаешь, что это Незнайка, вполне возможно, потому что он и вправду был на Луне, но ответы все же верные другие. И присылайте, пожалуйста, их скорее. Тот, кто первый это сделает, тот получает наши призы, которые здесь стоят и ждут своего победителя. Традиционно мы сегодня мучили наших суперзірок украинских и задавали им стартаперские питания. Сегодня мы выявили и дізналися, что это такое Seed Money. Seed Money. Seed Money. Может быть, это деньги, которыми можно рассчитываться в космосе? Содовая мания какая-нибудь. Ну, это если ты пошла, купила какие-то туфли, а они на другой день порвались, то значит, что ты эти мани вставилась и просто в сид.
Мы сегодня узнали о том, как сделать хай-тек-хит мирового масштаба, и рассказывал, делился советами с нами об этом Влад Тесленко, основатель проекта iBlazer. Много работать, верить в себя и не останавливаться ни перед чем. Я знаю, взагалі ми сьогодні поділилися фаном, креативом і професійними технологіями. Завтра збираємося. Во вторник 2:30 включаємо і не забуваємо. Будьте з нами!